Сегодня в Сосногорске простились с Алексеем Юрьевичем Шелеповым. Боец погиб в одном из боев специальной военной операции. Он родился, жил и работал в Сосногорске. Майор милиции в отставке. Поступил инструктором в ЧВК «Вагнер». Готовил бойцов частной военной компании. Сложный период, когда начались ожесточенные бои под Артемовском. Не смог остаться просто инструктором, а повел своих бойцов в бой, геройски погиб. Сегодня с Алексеем Юрьевичем пришли прощаться очень много людей. И сослуживцы, и люди, которые хорошо знали Алексея Юрьевича, все отзываются о нем как об очень добром человеке, который всем пытался помочь, как мог. До конца своей жизни, до последнего вздоха, он служил Родине. Служил России, служил Республике Коми. И погиб геройски. Вечная слава, вечная память и Царствие Небесное –